Здравствуйте, друзья! Хочу показать вам сегодня вот эту девочку. Это фотоматериал. Она перед лицом Дали. Вы видите, я пробовал ее композиционно как-то найти. Просто фотоматериал. На фотоматериале очень обаятельно, очень обаятельно. Но я надеюсь, что в живописи мы несколько усложним, уинтересним передний план, особенно платье ее, и будет, может быть, еще интереснее на картине. Во всяком случае, мы движемся сейчас в сторону импрессионистической такой живописи, легкой, и девочка в унисон такой затеи. Итак, разбавитель у нас, чистый разбавитель, просто слабопахнущий разбавитель, ничего особенного. Разжижаю. Белила, разбавитель и вещество ультрамарина, разбеленного ультрамарина, наносим на холст. Штрих. Многие из вас недооценивают идею штриха. По наличию штриха в картине художники очень легко могут найти собрата по цеху, потому что профессиональные художники, они все заточены на штрих, и редко кто из них пользуется вот таким умазыванием. То есть это больше из гуашевой живописи, больше из живописи графическими материалами, акрилами и прочее. Масло любит штрих. Как феномен рисунка, масло любит штрих. И вам советую приучать сознание, руку к этому штриху. Причем штрих, вы видите, мы наносим, можно же было бы и перпендикулярно к холсту. Нет, мы наносим его лежачий к холсту кисти. Вы, наверное, помните, только что было вот такое у нас закругление этого дальника. И была какая проблема? Оно слишком передразнивало линию платья. Я специально увел ее сюда. Мало того, что я увел, так еще и обострилась композиция. Она прямо на таком обрыве находится, ее дом. Ну, как вот почти что ласточки на гнездо. А заодно появились, вы видите, вот эти вот линии прибоя, прихода этих волн. Вот, и создают вот этот ток моря. А заодно и вот эти да, как-то еще больше стало романтики. Можно и здесь немножко скользящий свет пустить, который чуть достигает, ну, чтобы отодвинуть вот эту линию от передразнивалки. Вот эту линию сделать более контрастной, чтобы она вышла внятно на передний план и уступила вот. И мы, замечая это у них, будем использовать в своей живописи. Сейчас я к коричневому добавил такой цвет. Розовый краплак плюс изумрудка. То есть ни то, ни другое не является цветом волос. Волосы скорее коричневые, но они как-то усложнили цветовую палитру в волосах. Теперь волосы не просто коричневые, не простецки коричневые. Понятно, что можно полистать, найти красивую, может быть, какую-нибудь фитюлечку для шапочки, для шляпки. Может быть, другие волосы, если кто-то бы хотел, например, мог бы вписать кого-то из родных
его силуэт, этого родного человека, ее силуэт. Вот. Ну, в данном случае вот я показываю учебную задачу, и что есть, что сложилось. То... Мазочки мастихиновые на камне оставил, потому что камень и мастихиновый мазок, они родственные. И поэтому вот эту вот грубоватость камня мастихиновую оставил. Вот она вполне себе звучит. Ну, может быть, я какие-то еще там нюансики еще потрогаю уже в дальнейшем. Но я думаю, что общая идея понятна абсолютно. Вы видите, недовырисованные руки и в то же время вполне читаемые. Недовырисованные ноги тоже вполне читаемые. И, ну, опять же, если кому недостаточно, то может чуть-чуть там пальчики еще пообозначать. Вот. Ну, а я сегодня уже расстаюсь с вами. До следующих уроков.